Областное телевидение и РУСФОН продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня расскажем историю Алёши Антропова из Каменска-Уральского. У мальчика детский церебральный паралич и симптоматическая эпилепсия. Помочь Алёше можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. 7-летнего Алёшу Антропова мама не оставляет ни на минуту. В годовалом возрасте врачи поставили ему диагноз ДЦП и симптоматическая эпилепсия. Самостоятельно двигаться и говорить он не может. Развивать мышцы ног и рук помогает ежедневная гимнастика. Гимнастика, ничего сложного. Да. У Алёши есть близнец Егор. Он учится в школе и мечтает, что когда-нибудь пойдет на уроки вместе с братом. Но он написал же это Деду Морозу, чтобы Лёша выздоровел в этом в письме. То есть как бы ждет до сих пор. Вот у него такое, пойдет там в школу со мной, все пойдет. Несмотря на свой возраст, Алёша весит всего 12 килограммов. В надежде, что ребенок когда-нибудь встанет на ноги, Екатерина обратилась в Московский институт медицинских технологий. Деньги на реабилитацию помогли собрать в РУСФОНДе. После нескольких курсов мальчик стал узнавать близких, произносить новые звуки и лучше спать. Конечно, он радуется, там ходишь мимо него, там он следит за тобой, хоть и не сказать не может, да, но следит, видно, что это, узнает. И, конечно, на руках там очень любит, внимание очень к себе, естественно, любит. Однако Алёша до сих пор не держит голову, не переворачивается и не сидит. А значит, лечение нужно продолжать. За время лечения Алёшу необходимо научить уверенно держать голову, переворачиваться, улучшить опору на ноги, повысить речевые навыки, снизить мышечный тонус, а также сформировать гигиенические навыки и повысить интерес к игрушкам. В столицу Алёша вместе с мамой ездил уже трижды. Цена курса лечения – 180 тысяч рублей. Но таких денег у семьи больше нет. Близкие Алёши Антропова надеются на поддержку неравнодушных людей. Помочь мальчику можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. В ответ придет СМС с просьбой подтвердить оплату услуги. Только если вы выполните это требование, деньги до Алёши Антропова дойдут. Любовь Букреева, Павел Сизов, События ОТВ.